Завершающая стадия борьбы в национальном дивизионе по футболу. Каждый матч может стать решающим. 5 апреля болельщиков ждет настоящий мужской футбол. Золотой и серебряный призеры прошедшего сезона. «Шериф» против «Дачи» из Кишинева. Первая игра в этом году на малой арене спорткомплекса «Шериф». Начало центрального матча тура в 18:00. В честь 20-летия футбольного клуба «Шериф» вход на матч свободный.